Финский производитель инструментов для дома и сада Fiskars объявил о покупке у американской инвестиционной фирмы KPS Capital Partners концерна WWRD, выпускающего посуду из фарфора и хрусталя под люксовыми брендами Waterford, Wedgwood и Royal Dalton за $432 миллиона. Благодаря этой сделке, которая должна быть завершена в июле, финская компания планирует стать одним из ведущих производителей люксовых изделий для дома в мире. Ранее Fiskars приобрел крупных скандинавских производителей товаров для кухни Little и Royal Copenhagen.